Всем привет! Конец августа, самые последние числа, но жара нас до сих пор так не отпускает. До сих пор днем разогревается до плюс 30 и выше, но по утрам относительно прохладно. И все-таки джиговый сезон, несмотря на погоду, должен бы уже полноценно начинаться. По крайней мере, биологические часы у рыбы никто не отменял, и она должна уже начинать нормально, адекватно клевать ближе к осени. И как раз из этого расчета сегодня решили приехать на Клязьму, половить на джиг и заодно разведать новые места, чтобы на осень уже были наработанные точки. Выбрали достаточно интересный участок, для себя он малоизвестный. Часть участка мы еще исследовали в прошлом году, но основную часть будем разведывать сегодня. В любом случае рыба должна уже шевелиться, ибо приближение осени никто не отменял. Еще удар, да что ты? 4 поклевки. А уже чувствуется приближение осени. Да. Скоро зима, все дороги спрячет. Да, взбодрила поклевками и все. Продолжения нету. И тут на этой точке меня просто начал мучить пустыми поклевками судак. Двойной удар вот сейчас. Сначала тюкнул, потом еще раз умочил. Агрессивные судаки, только толку никакого. Было порядка 7 поклевок, и все они ушли в молоко. Может, у него угол, блин, какой-то. Может, конечно, это селедочные судачки по 200, по 300 грамм. Вот этот мелкий судак, он может 30 поклевок с точки выдать, и ты ни одного не поймаешь. Бывало такое. Меняем участок реки, переезжаем на следующие обрывы. Судак, по-моему. И здесь, наконец, реализованная поклевка. По-моему, судак. Судак. Расщеперился весь. Да, хорошая поклевка. Ну, такой, зачетный. Пионерчик сработал. Какой-то щипок был на подмотке. Ну, сейчас была поклевка. Щипок прямо на подмотке. Есть! Хороший какой удар. Кто там? Судачок, да? А, не крупный. Вот так вот, чтобы не спускаться. Вот такие походы сегодня на первой точке-то и били. Без конца. Опять с чистого. Зеленый второй раз. Ну, до этого более натуралку. Ну да. Реализация на зеленую.
Есть! Поменял цвет. Блин, встал в корягу. Вышел. Да, по сопротивлению-то не знаю, после судаков. Вообще конкретно. Как будто килограмма на два. Ну, нормальный щупак едовой пойдет. Сейчас я тут как встану. Как кину. Только сейчас поймал? Да. На такой же цвет? Да. Ну, я тебе о чем говорю, сопротивление. Она небольшая, сопротивляется вообще. Особенно ждешь судака, думаешь, это судак крупный. Щука, да. Ее зимой такая подсекаешь тоже. Сразу отличаешь от судака. Хотя бывает судак тоже. Начинает башкой бить. Ну, в общем, все, ребят. Начинается опять жара. И решаем мы на сегодня рыбалку заканчивать. По поклевкам сегодня достаточно неплохо. В принципе, поменяли 3 участка вот таких с обрывами. И на всех этих участках были поклевки. Реализация, конечно, такая достаточно скромная. Опять же, ввиду того, что довольно много мелкого судака, который чаще всего и выдает пустые поклевки. Но, тем не менее, какую-то рыбку все равно поймали. Для начала, и это уже неплохо, учитывая то, что на джиг в этом году все лето я вообще не ловил. И только вот сейчас, ближе к осени, начинаются мои джиговые рыбалки. Ну а дальше будет интереснее. Вода будет остывать с приходом похолодания. Рыба будет скатываться более локально в более-менее глубокие места. А не будет стоять размазанно по мелководьям. И уже можно будет в количестве и неплохо половить разного хищника. Судака, щуку, окуня, того же жереха. Но пока только начало. Все самое интересное впереди. Ну а на сегодня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться. А я желаю вам удачных и продуктивных рыбалок. И не хвостаньте чешуи. Всем пока.